Накануне дня воинов-интернационалистов морские пехотинцы приехали в Ялуторовск почтить память награжденного посмертно Ордена Мужества Максима Русакова. Он обучался в первой школе, затем окончил ТВИКу и стал офицером-морпехом Тихоокеанского флота. Мужчина погиб 28 лет назад в Чечне, а сейчас в его честь открыли экспозицию «Парта героя». Одноклассники и сослуживцы Максима рассказывали, что он закрыл с собой матроса-срочника во время обстрела. Морпехи провели в школе уроки мужества и познакомили учеников с вооружением эпохи Великой Отечественной войны. Для этого они привезли с собой 13 единиц разного стрелкового оружия. Уже не первый раз приезжаем. Если вы видели, на школе уже две мемориальные доски. Это Трофимов Виталий Николаевич и Русаков Максим Геннадьевич. То есть наши морские пехотинцы, соответственно, мы не можем равнодушно стоять в стороне. То есть это дань памяти. Пока, как вы знаете сами, пока мы помним, герой живой.